Известная своими броскими сценическими нарядами, певица Кайли Миноук на этот раз оделась со всей академичной строгостью, облачившись в профессорскую мантию. В одном из английских университетов певице присвоили звание почетного доктора медицины за ее работу по привлечению внимания общественности к проблеме рака молочной железы. Самой Миноук поставили страшный диагноз в 2005 году. Ей провели несколько операций и курс химиотерапии. Певица утверждает, что ее беда, тем не менее, имела и положительный эффект. Это было одновременно и благословение, и проклятие. СМИ хотели получить больше информации, чем им положено. Но в то же время я ощущала внимание к моей проблеме, ощущала поддержку своих поклонников и совершенно незнакомых мне людей. Это прекрасно. Вот всего один пример. Обычно все хотят сфотографироваться или взять автограф. Короче говоря, что-то для себя. Но однажды я сидела в кафе, и один человек подошел ко мне и подарил цветок. Поэтому я ощущала в то сложное время сочувствие. Это мне очень помогло. Сорокатрёхлетняя австралийская принцесса поп-музыки, которая никогда не училась в университете, стала одной из 12 человек, получивших почетную степень в Anglia Ruskin University.